Бедные кони, мне их очень нравится. Я вон зашел в китайские конь-лобби, ребята. Я вообще, мне плакать хотелось. Китайские конь-лобби, это вам не бубль-гум. Они просто меня отпинали вообще, как это, как булочку. В китайском конь-лобби на 6-м у меня уже 2 чувака с гирокоптером было. Я не успел тебе в лобби завалиться, если вылетишь в топ-8 и не дождешься меня в квуны, я тебя не прощу. Понял, Игорень. У меня пол пузырька абсента с корпоратива осталось. Но тебе нужен еще сахар и зажигалка, и вилка, чтобы абсент в жилу пошел. Сейчас кого-нибудь задушит стример. Вот я тоже так думаю. Вот думаю, рисковать, нет. Но я вообще за любой кипиш. Сахара у меня 2 кило. Столько не надо. Привет, Next. Будешь у меня конь 8 зоне? Давайте сейчас это отыграем, а там посмотрим. Сейчас меня, кстати, могут до крипы напинать. Ну ладно, с Марсом не напинают. А, дай, пожалуйста, совет. Как научиться играть? В прошлых сезонах апал слона спокойно. Сейчас вообще не понимаю. Будто забылся. Живем. Ну, нет совета, как начинать. То есть, ты должен понимать какие-то стратки, ты должен понимать экономику. И как минимум в бише тогда ты будешь свободно играть. Просто какой-то вот, то есть, план выхода. Не кучу разных юнитов, не синергирующих. Просто ставь на стол синергии, чтобы что-то делало. И игра пойдет. Ой. Всегда есть там какой-то ноубрейн ассасин. Который, собрав которого, ты точно что-то сделаешь. Ну, телескопы и играть Хантера, это, конечно, вариант, но это ненадежный геймплей. Эх. Может, огончик соберется? Абсент, зажигалка и сахар. Херня. У меня есть банан. Я думаю, ты там и один справишься. Антох. Помощь тебе не нужна. Спасибо, Бармалейка, отстрелил еще одного не енота. Луна тут справится. Ну, минус пак, я, наверное, пока возьму хантов. Здесь точно так. Там как пойдет. Меня только что поранканул Тинкер. Он 5 из 6 ракет на третьих крипах выпустил мелкого моба. Жесткий Тинкер. Пора бы что-нибудь собрать там. Сейчас убивать буду, да? Угу. My arrow...
says the wind. Что-то говна сейчас съедим, чувствую. Угу. Я его сразу издалека разглядел, думаю. Заметил это. Значит, ко мне, наверное, придет. Но я такой не бью. Вот так вот даже, да? Два. Жесткие кони-пони. Я. Спасибо. Знаю. Спасибо большое, если ты была шфер-фер-фер. Конечно, знаю. Ой, короче, сейчас все неправильно делаю. Мне надо было взять вот так и что-то придумывать с этим. Нежить, кожан, тролля. Опять без денег. Ладно, последний раунд. Без денег. Спасибо большое, Стеблош. Прям мя-мя-мя. За теплые слова. Ну да, давай еще мы раунд. Лососнем тунца прям вот такого вот сочного. Прям вот... Ой. А давай. А чё нам, да? Тунца так тунца. Тунца так тунца. Не нравится мне это все. Как починиться с этим говном? Тоже непонятно. Вот эту нашу юниты, вот эту мы уважаем. Но конец-то кто-то заходить начал хороший. Ой-ой-ой. А ну-ка давайте плюс суши прям. Я не знаю, как вы, а я кайфую. Все, Луна, ты не имеешь права проигрывать под такой трек. Шашечки умеют потроллить, да. Смотрел китайцев, вижу, часто стали рейтить 4 годсов через Визардов, через Табурен. Всегда была, то есть это уже больше года топ-сборка. Просто разные приоритеты. Не знаю, зачем мне рыба? Пусть сидит. Две двойки у кого-то украл. Шум дорог. Все, что имел, тут же тратил и за порог, сделав шаг.
Мой друг давал команду, братья, вверх поднимая кулак. Блять, Лином дольше будет, да, перезаряжаться? Еще успеешь! Молодец! Здесь, конечно, в троечке красивый, могу подметить. Я пытался собрать, ни одного не хватило в прошлый раз. Он исчез, и никто не знал, куда теперь. Чип его бай. На облачке такой с молнией в руках. Эх. Чё все такие сильные? Марс, мусор. Ну, вообще, мусор у меня так-то. Ну, ладно. Но у меня есть план. И я его придерживаюсь. Ой, все. Получили, проверяйте. Его, кстати, нет. Нам нужно было манго. Нам нужно было манго. Папара папапам, папара папапам, папам. Папара папапам, папам. Престов я не очень хочу. Ой, это сильнее меня. Он даже понимает, что он делает. Да много урона просто чистого. И как это нам пробивать? Это, кстати, роллы 7 уровня. Можно слабенького кого-нибудь? Как-нибудь дракона, да, подсейвил. Как бы тебе это? Ну как-то, что-то придумывай, родной. Нам победить надо, потому что я хочу оставить дракона мага. Даже не знаю, что сделать. Слабого дайте, пожалуйста. Ты слабый? Ты, конечно, слабый. Но вонючий Фурион доставит нам кучу проблем. Ажан не взлетел. Выпустил дракона. Он решил снять щиты. Вот это, да, надо помочь подруге. Не бросаем Лину в беде. Буара говно. Вот этому говну стрик отдаем. Ладно. Юршейкер! А зачем он нам? Может пригодиться. Идет мужик по лесу, видит огромный дуб.
в дубе огромное дупло, засовывает туда руку. Но это... Да-да-да, это я знаю, это старый баян, и там, вам там совсем делать нечего. Старый баян. И в чем мораль? Гулять лучше по квартире? Гулять по квартире неплохо. С этого мастерик тоже, похоже, да, не сбиваем. Либо шанс, если на дракон, но там пуджи. Ой, там снайпер вонючка. Все меня бьют. Из костыки не сбиваю. Это не работает, обилка, жаль. Но мы ее под седьмой держим, там паролимся. Мой кринжометр зашкалил. Я просто когда-то хотел быть рэпером, потом дотером, потом блогером, а теперь стендап хочу пойти. Ты мне напоминаешь одного моего знакомого? А как мы девкаться будем? Дракона хочу взять. В седьмом хочу ли я паролить? Сейчас захочу девать крипов и, наверное, захочу лавалапать. Просто сидеть так. Книжки мутятся, крутятся. Я почти никого не пробиваю. Ой-ой-ой. Никого не пробиваю. Мека. Мека? Мека, реально. Т3-клокворк. Сильно. А что ты получил? А, Т3-клокворка просто у тебя... Ну, просто все собралось без... Ну, да-да-да. Это нормально так. Я всегда так играю. В кубочках нет. Андрейка, спасибо за фоллоу. Собирает мама сына в школу, кладет им хлеб, колбасу. Да-да-да-да, гвозди. Так вот же они. Знаю, не удивил. Опа. Погодите. Мы так справимся? Обязаны, считаю. Кожан с догоном, да как не справиться? Это такой прекрасный молодой человек. Ща кожанчику догон выдадим. Да у тебя уже кожан есть догон. Все в порядке. Не переживай. Enchanted, I'm sure. I ride with the light. Hell yeah! Охренительно я придумал кожан с догоном. А дальше чё? Есть кожан, есть догон. Витальц, бустер, дракон, давай. Я ролюсь сейчас в восьмом. Behold the scourge of Isaac. Time to save the world. Again. It's Commander Trusty. My faithful sword, no brave for you. I bring the spark of death. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Ш-
что у любви у нашей села батарейка. Ой, я ее батарейка. Батарейка. Боже, игра. А можно что-нибудь вот закрыть сейчас из того, что ты даешь? Спасибо. Дай кунку теперь. И у любви у нашей села батарейка. Ой, я ее. Слабо собрать всех юнитов с крыльями. Я похож, что у меня вообще такой план на игру есть. Ну не то чтобы прям всех собрать, но хочу пособирать юнитов с крыльями. Короче, на престов я пока садиться не хочу. А у любви у нашей села батарейка. Не знаю, хватит ли этого. Я, конечно, понаставил сюда и магов, и вообще... Ой, кожан, ну тут вообще на неварик. Слишком жестко. Слишком эта пила просто вообще сумасшедшая. А здесь что, есть шанс? Ага, шанс. Этот стоит на пандах, у него все хорошо. Т2, почти Т2, да. Ой, давайте сразу так сделаем пока, чтобы не напрягаться. Еще один шар, или подожди, это мы откуда взяли? Вообще, дракон, вверяю тебе ебубурить вот этим вот. Я, конечно, понимаю, что у тебя магический урон, а там кот накакал, наплакал. Ну, кожан что-то не оправдывает. Ну, это слишком жадно. Или отличный план, вы как считаете? Time to save the world. Again. It's Commander Trusted. Мы зато пока обойдемся. Ну, пока можно и так. Хотя мне ослабиться надо было. Вот, задача ослабиться, справились. Три голды есть? Да.
when you play with Lena, you touch. I bring the spark of death. Па-па-ра-па-па-па-ра-пам. Что такое океан любви этим смелым парням? И беда, и беда, путеводная им помогает. Плохо стоит дракон, ну ладно, на. Хотя сейчас он покажет, что такое плохо стоишь. Ой-ой-ой, а может и не покажет. Готл, там прям надо это... Бабка старается, влево посмотрите как. А можно это добить? Хорошо, фух. Я уже волноваться начал. Во. Тыр-тыр-тыр, фыр-фыр-фыр. Блиновато вообще-то. Трик могли сбить. Жалко. Жалко, что не сбили. Ну что, давайте вот так вот как-нибудь сделаем. Типа прям вообще максимально. Чтобы задефать. Дракона плохо поставил, но... Окей. Когда-то же нам слабые придут. Не в этот раз. Вот так вот нас дефнут, да, на штормах? Я понял. Какой восьмой, ребят, вы о чем? У нас тут уже... Хотя зря я это сделал, да, сейчас. Погодите, а что я хочу-то в итоге? Это... Вайпер пока продать хочу. Пять драконов можно? Можно. Енотик ставит опыт. Взял таракана. Пересчитал лапки. Таракан 6 лапок. Оторвал 2 лапки. Ага. Оторвал еще 2. Свистнул таракан. Пожал. Оторвал еще 2. Свистнул таракан. Пополз. Оторвал последние 2. Свистнул таракан. Остался на месте. Вывод. Таракан без лапок не слышит. Отлично. Манта в драконе, давай. Вообще, мне кажется, у меня бабка никак не лезет, да? Хотя хороший четверка собиратель. Тэч с ней очень нужен. Ну да. А мне ж проиграть надо или победить, я что-то забыл. После крипов, наверное, проиграть.
Ой, енот, енотыч, что мы делаем? Еще можно на изи вот так поставить. И задуматься вообще над тем, нужна ли нам эта бабка. Может, Лину, а разница какая? О, вот это нас должно развалить, по идее. Пай-пушечка еще. Красиво. Круть, 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 круть. Слушай, тут в левел вообще прет, как танк. О, шестихуман. Легионки нет. Это говно, да, уже план. Раз. И котел два каста подряд. Пока там эти не полетели вертолетики. Хорошо. Целенаправленных хп уже на эти манги тратить не буду. Чуть слишком рисково. А манту собрать, чтобы догон убрать, не хочу. А трезвый есть сегодня на стриме? Стример трезвый. Бармалейка трезвый. Но Бармалейка, есть инфа, что там недалеко находится где-то абсентик. А чё не хочу собирать? Тауренов. Давайте тебя забаним. Я свободен наяву, а не во сне. Ладно, если у нас будет 5 дракон, то нам не нужны найты. Если у нас будет маг, нам не нужны найты. То есть у меня бабка вообще почти никуда не вписывается, да? Зачем? My faithful join me. Ice is nice.
I ride with the light. My faithful join me. Hand of God. Не знаю, зачем это нам, но пусть будет отречен. Мне кажется, он нам нужен, да, зачем? А я дракона не успел ничего положить. У меня там аркейнсы где-то, да, были? Или мне показалось? О, манга. Нас же сейчас развалят. Блядь. Казалось, что нас разваливают, не пошло, да? Или снайпер справится? Блин, справится. Хорошо. Это бабки. О, дракон хороший. Просто Рубик, чтобы был. Тыри-ты-ты-ты-ты. Возможно, нам не понадобится цемка. У Элину пока вместо Стразора, да? А, подожди, на-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 на. ВГ тоже на. И почему-то кажется, что у меня где-то синий шар был, но где-то я его потерял. Я думаю, нужен. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, эту шторму поливать. Угу. Этот парень тоже, кстати, нужно что-то по-новому. Не протащишь. Вот отречен. Отречен сыграем. Потом решим. Ну ладно, не успел чуть-чуть. А что я убрал? А, два чена. Убрал два чена, остался третий. Хорошо, пойдет. Вообще, думаю, Рубик не пролезет уже, да? Иду. Ну, пойдет пока так. Там что-нибудь накрутим, придумаем, да? У нас еще Зевса нету. Ни одного. Мультикастов нету, поэтому останемся с тем, чем есть. Сколько у нас там магов? 6 стоит. Ну и хорошо, 6 магов, это просто замечательно. Можно вместо дизраптора Джакир поставить, или инвокера. Нет, Джакир лучше. Леги нужны как? Где же мне их взять-то, если их нету? Там вон меня шторм ебубурит. А
Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Кричит Этьен. Но он правда красивый, мне тоже нравится. О, это мы берем. Time to save the world. Again. Thank God. Your God has arrived. Your God has arrived. Стоп, кто лишний? Все, вспомнил. А я не успел придумать, зачем мне пяти дракон. То есть я хочу Чена с дизраптором, и все. И желательно под огром. О, котлов нам отдали, да? Хорошо. Сейчас котел зайдет, чекайте. Можно это пока нам дать. Нет уже больше тут, да, котлов пока. Time to save the world. Again. Короче, котл, извини, не получилось. Мы собираем в три дракона. Мне все вот эти нужны. Мы место найдем. Книжки пока фармить тоже буду. Ну, как-то так. Патроны, только я или... Чен хорош. Нам еще 10 раундов надо, чтобы с книгой это. Сэм, извини, тут не получится. Котел, ну... Во. Солдат забытым богом войны я герой. Кто такая-то Лина? Я что-то подумал. Чену резнуть не дали. У паскудники. Прости, друг. Ты, наверное, думал, что ты топ-1? Ты не знал, что в логово к тебе забрался злой коварный енот? Боже, чел, 22 на 7. Это красный тот винстрик. Ой, я хочу все подбирать. Я просто хочу все. Дайте мне дракон. Дайте мне Зевса дракон. Дайте все мне. Просто дайте его бурить. Уе, уе. Зев, сражайся как мужчина впереди. У нас все равно здесь чен. Как раз сапожки до тебя достают. Кстати, надо было, чтобы дизраптора доставали. Алина, возможно, зря пронул, кстати. Я что-то так подумал. Котла не будет. Яблочко можешь мне передать. Обнимет, закопает в пески. Нам нужен Т3 дракон. Боже, с фантомкой-то два. Но после крипов мы доролимся обязательно.
У нас мультикаста нет, левел, да, мы никак не прокрутим. Можно съесть. Чену можно мясы дать, это наш кор. Надо его грамотно против сена поставить. Музыка енота.ком. Он крипу проиграл. Так, давай, дракон, не подведи. Берем котла, четверку всех выбираем. Кто украл? Красиво. Так вот прям. О! Смотрите, ассасин страшный. Кто тут у нас самый кор? О! Боже. Т3 дракон. Смотрите на него. Большой, прелестный черный дракон. Прости меня, моя любовь. Сколько книг до 11? Между левелами всегда 16 книг. Кроме между 8 и 9.